Год экологии в России подразумевает реализацию цикла мероприятий. 5 января президент России подписал указ об объявлении 2017 года в России годом экологии. Цель – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности. На территории эколого-биологического центра с участием старшекурсников среднеспециальных учебных заведений города состоялся второй этап муниципального экологического конкурса «Чистая планета». В качестве приглашенных гостей на мероприятии присутствовали начальник отдела по делам молодежи и туризму Айшат Атаева, главный специалист аппарата антитеррористической комиссии Бимхан Аслудинова. Мне очень хотелось, чтобы этот конкурс прошел именно на базе эколого-биологического центра. Я хочу выразить огромную благодарность директору и методистам этого центра за помощь в организации и проведении этого конкурса. Ребята, я вам желаю крепкого здоровья, удачи и пусть победит сильнейший, как говорится. И одна из главных целей, которую мы преследуем, проведя эти конкурсы, конечно, это экологическое воспитание подрастающего поколения, не только студентов, но и учащихся, потому что он будет, этот конкурс, продолжаться, и среди учащихся школ тоже. Организатором муниципального экологического конкурса «Чистая планета», посвященный году экологии в России, проводимого на базе эколого-биологического центра города, среди студентов высшего учебного заведения и среднеспециальных учебных заведений стал отдел по делам молодежи и туризма города Хасавюрт. В рамках конкурса участникам предстояло проявить себя в четырех турах, таких как «Экологическая тропа», «Экологический кроссворд», «Экологические проблемы Хасавюрта и пути их решения» и «Практическое задание». Сова. Сова, правильно. Сокол. Сокол. Голубь. Воробей. Воробей. Как отметил организатор мероприятия Айшат Атаева, целью данного конкурса является воспитать у молодежи толерантное отношение к единым общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия, формировать у студентов экологическую культуру и активную жизненную позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».